вами Ларчик, доброе утро. И пока еще утро доброе, оно доброе, пока меня солнце не переплавило, запишу для вас видосик. Видосик по такой вот замечательной карте Харьков, которая новая, но старая, но переделанная. Короче, Харьков. И что мы видим? У нас Леопард ПТА, и это мой первый бой на этой карте. Первый замечательный бой. И почему мы его рассматриваем? А потому что сразу с первого же боя получился довольно-таки интересный нагибчик. И, в принципе, бой был не просто интересен, но и еще некоторые выводы по карте уже были сложены. Во-первых, я приехал на зелень, леопард, СТ-шка, ватная, быстрая, с классной пушкой. Переделали танк просто офигенный. Рекомендую, если есть возможность поиграть, обязательно поиграйте на этом танке. А какие же выводы по карте? Ну вот, мы видим, что на зелени есть два холмика, посередине каналки, еще одна большая каналка вдоль города. И на этих двух холмиках, ну, каждой команды свой холмик, присутствует по пару кустиков. Так вот, выводы простые. Вообще не подъезжайте к этим кустикам, поскольку без засвета я потерял уже пол хп. Но это был первый бой, и для меня достаточно даже одного боя для того, чтобы понять, что все. Вот эти кустики не рабочие, в них вообще вылазить не нужно. Поскольку кустов мало, то все любят в них пострелять, поблайндить. И поэтому эти кусты опасные. Как говорится, нуба куст не бывает пуст. Поэтому вообще даже не подъезжайте, не вылазьте в эти кусты на холмиках с каждой стороны. Для каждой команды там по пару кустиков на этих холмах на зелени. Поэтому, если вы в них вылазите и не светитесь, это не значит, что вы не получите урон. Это как раз таки значит, что скорее всего вы получите урон. В принципе, как я получил в этом бою, без засвета пол хп слил в никуда. Но это для меня урок в первом же бою и урок для вас, что туда лезть не нужно. Но уже попадая следующие разы на эту карту, я заметил, что люди, не знаю, может они тоже первый раз, но они не то что в кусты становятся, они умудряются через этот холмик переезжать и кататься с другой стороны. Они думают, что карта очень большая, но если вы вот, где я сейчас стою, в кустах, ну как в кустах, я уже между кустов выезжаю, то есть для меня даже не то, что первый бой был уроком, а первая половина боя уже была уроком, и в те кусты я уже не стану никогда в жизни. Люди умудряются вот за этими кустами, за этим холмиком, где я стою, по той стороне, по внешней, со стороны врага кататься. Ну, буквально вот в следующей клетке, там 100 метров вперед, они умудряются там кататься и терять не то, что там пол хп, как я. Они теряют сразу все и идут в ангаре искать свой танчик. Это вообще неправильно, потому что здесь расстояние такое, что любой танк, который чуть-чуть поджался, подсвечивает, сразу вас засветит и, ну, вообще не надо. Не надо так делать. Катайтесь со своей стороны, кемперите, либо поджимайтесь на красной линии, там, где сейчас союзники справа стоят на холмике. Там тоже нормально. Там хоть и немного укрытия, но укрытие стопроцентное и можно полностью спрятаться. Единственное, что если вы будете часто светиться и в бою будет арта, то она там будет накидывать жестко, поскольку там особо нет места, чтобы менять позицию. Что касаемо города, он мне показался какой-то чересчур большой. Да, там много всяких проездиков, улиц, какие-то окна, балкончики всякие. Прикольно. Ну и в целом, что могу сказать про карту? Она мне понравилась в качестве того, какая здесь зелень. Зелень здесь очень хорошая, поскольку она просторная, здесь есть куда поехать, она не сложная по рельефу, она очень простая. Два холмика друг напротив друга, и сбоку между ними еще один холмик. То есть зелень по факту состоит из трех холмов и пару каналов, которые находятся возле города, которые можно использовать, особенно в конце боя, вы это увидите, для того, чтобы без засвета, безнаказанно обмануть врага, переехать, объехать, подъехать, так, чтобы враг не понял,
а вы уже переместились на другую часть карты, и все это сделали без света, без палева и безопасно. Убиваем здесь бабаху, потихоньку поджимаемся, аккуратно отыгрываем, пытаемся иногда блайндами постреливать, и в итоге после боя я там один раз у кого-то блайндом попал. Да, немного, но один раз попасть блайндом тоже хорошо, лучше чем ноль. Отыгрываем очень безопасно, очень аккуратно, никуда не подставляемся, вылазим и наносим урон врагам, только когда они уже засветились и подставились. Если никто не светится, никто ничего не делает, то мы не вылазим никуда, и тем более не вылазим без кустов, без укрытия, ни в какие открытые пространства. У нас чисто такая вот выжидательная, крысиная, чита-крыса позиции, тактики, и мы просто играем максимально безопасно, поскольку хп уже половина, и любая тычка нас уже сделает таким вот либо шотным, либо некоторые могут нас уже и с одной тычки отправлять в ангар, и отыгрываем просто максимально аккуратно. В принципе, на леопарде так надо играть всегда, даже когда у вас хп полное, а когда хп уже маловато, то тем более. Здесь у нас паттерн поехал вперед, и мы его прикрываем. Внизу он там в яме будет бодаться с каким-то танчиком, ТВП, кажется. Но он его должен по-любому убить. А я сверху прикрываю тех, кто выкатывается в него пострелять. Конечно, здесь засветился и колесник, и скорпион. Но колесник, я думал, отъедет. Приоритетнее здесь было бы убить колесника. Он больше может натворить беды, чем скорпион. Скорпиона легче контролировать, легче убить. Но, конечно, и скорпион может сделать беду, если даст урон нам на 500. Это будет очень больно. Но колесник, чем ближе конец боя, тем он более противный, тем, что может светить там, где мы не ожидаем, потому что он очень быстрый. Здесь у нас Т-92 засветился. Поскольку мы выехали сбоку, и кусты у него были только с другой стороны, сзади они его не прикрывали, это у него была ошибка, но мы стреляем по нему с нашей хорошей точной пушки и слышим попадание. Поскольку снаряд полетел очень низко, то мы не зацепили корпус, а снаряд прошел просто под днищем корпуса, цепанул только гусеницы. Поэтому было просто попадание, урон мы не нанесли, это обидно. Если бы его сейчас убили, минус ЛТшка вражеская, это было бы хорошо. Опять выкатываемся от деревьев, деревья у нас поваленные. Опять слышим попадание, ну то же самое, короче. Деревья поваленные, поэтому они дают маскировку каким образом. В принципе, деревья стоя тоже, когда они не поваленные, когда они стоят, они тоже дают маскировку, только вот беда в том, что если у кроны дерева листья находятся вверху, то и маскировка будет вверху, а снизу там, где ствол. И если на нем нет листьев, то маскировки там тоже не будет. Но у елки листья доходят до самого низа, поэтому елку иногда можно и не валить, чтобы она давала вам маскировку. А вот всякие лиственные деревья, чтобы она давала маскировку, чтобы оно давало маскировку, это дерево, его нужно повалить. Поскольку в другом случае, если вы его не повалите, вам нужно будет подпрыгивать до листьев. Но вы же играете на танке, какие прыжки. Неплохая вертуха была в ягу. Просто я стараюсь всегда сводиться до конца, но бывают моменты, когда враг сейчас спрячется, и ты либо стрельнешь с вертухи, либо не стрельнешь никак. Сейчас был именно тот момент, когда я либо стреляю в ягу с вертухи, либо нет. Ну и казино дало. Т-92 ошибается, и это очень грубая ошибка. В свету выкатывается на холмик, и он, в принципе, отдается. Это хорошо. Лишние ЛТшки в конце боя убивать, это очень приятно. Паттон там что-то просил меня, кажется, в чатике что-то там где-то прикрывать или куда-то там это. Короче, чатик это он для танкистов, пусть там общаются. Я в этом бою был сфокусирован на карте, поэтому особо не, даже не читал и не заметил, что он там писюльки писал.
Еду на базу сбивать базу, поскольку на союзников мы не надеемся особо. Конечно, плохо, что мы зажимаемся в угол карты, и нас могут сейчас зажать, и это будет плохо, если мы быстро сейчас не выйдем с этого угла карты. Но нужно сбивать базу, и я понимаю, что союзники, как обычно, не собьют базу. Это первый бой, и я еще толком не знаю, какой здесь рельеф. Я вижу, что тут канавка, холмики, и на базе у нас, как обычно, какая-то кучка, и за ней прячется союзник, и пока ты впритык не приедешь, ты эту базу не собьешь. Я еду сбивать, поскольку уже, ну все, паттон сбивает, думаю, ну, время появилось, хотя уже было так очень опасно, и база могла уже захватиться, если мы сейчас бы не сбили, поэтому я сюда и приехал. Я думаю, что паттон добьет Е3, который у нас захватывает базу. Но Е3 еще умудряется мне в спину дать урон. Чем там занимается Паттон, вообще непонятно. Просто непонятно, чем он занимается. Он так в итоге Е3 и не убьет. Он, честно говоря, не понимаю. Е3 на КД был, и Паттон его так и не убил. Честно говоря, Паттон, ну такое, невнимательный какой-то молодой человек, и не добил ПТшку с долгим КД, которая еще и слила мне все ХП. Благо я весь бой играл аккуратно, не подставлялся и берег это ХП как раз вот для такой ситуации, когда что-то пойдет не по плану. А не по плану пошел наш Паттон, который базу все-таки сбил, но почему-то там что-то немного замешкался. Ну и все. И теперь самый главный мув, самое главное движение в этом бою, которое я сделал, поскольку у нас там все шотные, все плохие, мертвые, полумертвые, все плохо, нужно как-то безопасно влить урон врагам. Т-34 давно не светился, он либо залип в городе, по моим мыслям, либо на зелень приехал. А если он приехал на зелень, скорее всего, он либо стоит здесь от холмика кемперит, либо он уже вот засветился, и мы видим, что он приехал в атаку все-таки. И мой план уже так кажется, что вот четкий. Осталось, чтобы засветился второй, вот еще и второй засвечивается. Я просто по этой каналке, как и говорил, безопасно проехал в тыл врагам, и они просто нас вообще не контролируют. И они находятся в перекрестном. Осталось, чтобы казино дало нам нормальный такой урончик. И урон есть. Есть, альфа не проходит. Ну и спойлер, альфа так и не пройдет. А зачем? Благо мы заехали настолько хорошо, что враги вообще ничего не могут делать. И мы просто накидываем, хоть и без альфы, но хоть какой-то урон. И всех здесь убьем, всех здесь пристрелим. Мы молодцы, мы отыграли хорошо. Ошибка здесь была только в начале, когда мы стали в нуба кусты и получили пиздулей. А так отыграли эту карту замечательно. Отыграли так, как нужно отыгрывать на ватной СТшке с классной пушкой. Использовали рельефы, использовали маскировку, пушку, ездили по карте и были в тот момент и в том месте, где надо. Все отлично. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.